Надеюсь, что здесь есть патриоты среди нас, и под эти звуки, под эти ноты, да, кто-то обязательно встанет, когда-нибудь мне устроит подобный флешмоб, я абсолютно уверен, я убежден в безбашенности своих зрителей, которые запросто это могут сделать. Я не соответствую сюжету, я сегодня дикая усталость, я как несчастливая монета, что была в кармане, потерялась. Я заплеванный трамвай, 10-й номер, доказательство, что чуда не бывает. Я сегодня не Гомер, а только Гомер, и открытия мои не впечатляют. Жизнь как лифт между этажами, некто в небе коммунальной службы. Если я живой, не возражаю, жаль, но это никому не нужно. И повод продолжения беседы в новостях, куда все более глобально про страну. Я не владею темой, просто ненавижу секс анальный. Я в постели сломанной куклой, ни вино, ни чай не помогает. Я назвал все это и на букву Х, не подумайте, хорошо бывает, но мне на тело осень наступила, будто бронепоезд переехал. Я сижу с лицом библиофила, и наблюдать и записывать увиденное — это единственное, что остается мне в моей рабочей крестьянской жизни. Мат-подъезд между этажами, в плен судьбы еще один попался. Если это жизнь, не возражаю, он, как все, недолго трепыхался. Все мы смертны, долгое ли дело, можно сразу были в инструменты. Двери открыли, вытащили тело, на полу остались эксперименты в жанре авторская песня. Я за самоиронию по жизни, по крайней мере, насколько у меня это получается, там по мелочи иногда, я люблю над собой сам поиронизировать, и такой черный юмор, иногда такой вот. Я однажды сел писать юмористический.